В этом выпуске мы покажем вам невероятных людей, которые не стареют. Мы составили эту подборку, чтобы вы убедились в том, на что способно человеческое тело. Вы будете поражены, когда увидите китаянку, которую принимают за девушку ее сына. Удивитесь, как выглядит один сингапурский фотограф. И будете сидеть с открытыми ртами, когда узнаете возраст бывшей обладательницы титула «Мисс Вселенная». Люэлинь. Глядя на китаянку Люэлинь, многие люди могут подумать, что ей около 30 лет. Кто-то, возможно, и вовсе посчитает, что девушке чуть больше 20. Глубоко ошибаются и те, и другие, ведь этой невероятной китаянке 52 года. Лю выглядит настолько молодо, что когда она идет по улице со своим 25-летним сыном, буквально все прохожие принимают ее за его девушку. Изначально Элинь работала библиотекаршей, но после того, как она начала активно вести социальные сети и набрала там популярность, она уволилась с работы и с головой погрузилась в мир блогинга. Свою моложавость Люэлинь объясняет увлеченностью спортом и, в частности, плаванием. С 20 лет Элинь постоянно плавает и уже на протяжении 3 десятилетия не бросает это полезное занятие. Лю предпочитает открытые водоемы и плавает при любой погоде. Именно это, как считает китаянка, помогло ей сохранить молодость и привлечь десятки тысяч подписчиков. К слову о подписчиках. На момент создания этого выпуска на ее инстаграм подписано 52 тысячи человек, которые вдохновляются успехом Лю и следует ее советам по сохранению молодого и подтянутого тела. В ответ на это Лю говорит, что будет считать настоящим достижением, только если и в 80 лет будет выглядеть так же молодо, как и сейчас. Что ж, вполне вероятно, что у нее это получится, ведь до этой цели уже почти дошел следующий герой нашей сегодняшней подборки с еще более невероятной историей. Хухай. Имя этого героя – Хухай. И как многие из вас уже догадались, он тоже из Китая. В 2016 году Хухай, который проживает в Шанхае, выиграл титул «Самый современный дедушка года». Глядя на Хухая, многие скажут, ему же лет 40. Но нет, в этом году Хухаю исполнилось 69 лет. Вы не ослышались, и мы не ошиблись. Этому невероятному китайцу уже почти 70. Но назвать его дедушкой или пожилым человеком довольно-таки сложно. Ху носит молодежную одежду, катается на скейтборде и обожает разного рода физическую активность. Походом в тренажерный зал Хухай предпочитает йогу и танец живота, а в свободное время Ху любит петь. Китаец уверен, что у каждого человека есть три возраста – биологический, психологический и физический. Он считает, что его собственный психологический возраст составляет около 20 лет, а физический – около 40 лет. Считают так и многие продюсеры шоу, редакторы журналов, поэтому неудивительно, что самого современного дедушку Шанхая часто приглашают на съемки. Главным секретом сохранения внешности Ху называют ежедневные занятия йогой и медитацию, а также привычку полчаса висеть вниз головой. Ху предпочитает питаться небольшими порциями и принимает витамины и таблетки с содержанием коллагена. Наконец, немаловажную роль играет психология и настрой. Каждый когда-то постареет, и этого не избежать. Но если ты больше не хочешь учиться чему-то новому, то ты действительно состарился, говорит Хухай. В Азии можно найти немало невероятных людей, которые поражают расхождением возраста и внешнего вида. Мы рассказали лишь о двух из них, но еще более удивительные примеры ждут вас впереди. Оставайтесь с нами до конца выпуска, и вы увидите невероятного сингапурского фотографа, поразившего весь мир, бывшую обладательницу титула «Мисс Вселенная», возраст которой вы ни за что не угадаете, а также других потрясающих людей, которые отказываются стареть. Будет интересно. Чуан До Тан. Чуан До Тан проживает в Сингапуре. С виду это молодой парень, которому около 30 лет. На деле он взрослый мужчина, которому в этом году исполнилось 54 года. Всем бы так выглядеть на 60-летке. Когда мужчина был моложе, он считался одним из самых популярных манекенщиков страны и солировал в поп-группе. Всемирная слава настигла Чуанда только в 50 лет. Тогда многие издания опубликовали фотографии мужчины, выглядевшего вдвое моложе своих лет, и шокировали людей по всему миру. В результате на Чуанду стали подписываться сотни тысяч людей. Довольно быстро он стал третьим сингапурцем, на которого подписались более 1 000 000 человек в инстаграме. Во многом этому поспособствовал переезд в Пекин. После переезда Чуан До стали активно писать в местных социальных сетях, и число его подписчиков выросло практически вдвое. Примечательно, что сам Чуан До не слишком рад своей славе и относится к ней иронично. По его словам, он заводил инстаграм, чтобы продвигать себя как фотографа, а не как модель. Чуан До даже жалуется, что людей больше волнует секрет его вечной молодости.
молодость и внешний вид, а не его творчество, на которое он тратит так много сил и времени. Несмотря на это, Чуандо все же принимает свою славу, хоть и неохотно, но делится с подписчиками секретами идеального внешнего вида. По словам сингапурца, нужно регулярно тренироваться, есть рис с курицей по-хайнаньски и никогда не принимать душ рано утром или поздно вечером. Чуандо подчеркивает, что он пьет много воды, обязательно выпивает стакан воды натощак, спит от 6 до 8 часов в сутки, а также не употребляет алкоголь и не курит. Чуандо удивительно сохранился для своих 54 лет, однако в мире есть еще более невероятные люди, возраст которых вы ни за что не отгадаете. Опасара Хонгсакула. Как вы думаете, сколько лет этой девушке? Лично я бы дал ей лет 35. Но каково было мое удивление, когда я узнал ее настоящий возраст? Удивитесь сейчас и вы, потому что Опасаре Хонгсакуле из Таиланда в январе исполнилось 73 года. Просто попытайтесь это осознать и переварить. 73 года. По всем канонам ее уже давно можно считать бабушкой, однако глядя на эту удивительную таиландку, просто невозможно сделать такое заявление. Родившаяся в 1947 году в Бангкоке, Опасара всегда отличалась моложавостью и красотой. Свой дар она использовала с умом. В 1964 году Опасара победила на конкурсе «Мисс Таиланд». В то время она еще училась в университете. Годом позже таиландка решила покорить еще одну вершину, и ей это удалось. В 1965 году она победила на конкурсе «Мисс Вселенная», став первой девушкой в истории Таиланда, которой удалось взять этот титул. Кстати, если вы посмотрите на ее фотографии 1965 года, то практически не заметите разницы с нынешними снимками. Прошло уже более 50 лет, но Опасара почти не изменилась. И это что-то за гранью реального. В чем же секрет такой молодости? Многие люди полагают, что Опасара подвергала свое тело множественным пластическим операциям. Однако таиландка категорически отрицает эти заявления, уверяя, что за всю свою жизнь не сделала ни одной подобной манипуляции со внешностью. Ну а секрет ее моложавости прост. Регулярные тренировки в спортзале, строгая диета, отказ от вредной пищи и переедания и отказ от вредных привычек. И наверняка важную роль моложавости Опасары сыграли гены, за что, впрочем, бывшую мисс Вселенную нельзя винить ни в коем случае. Люр Сюй. Ну и последний человек из Азии в нашей подборке. Девушка по имени Люр Сюй из Тайваня. На эту тайваньскую дизайнершу многие люди подписываются, считая, что ей нет и 20 лет. Неправда, Люр выглядит как подросток, ну или по крайней мере какая-нибудь студентка лет 18. На самом же деле в августе этого года Люр стукнуло 45 лет. В это практически невозможно поверить, но это факт. Люр Сюй прожила уже почти полсотни лет. А Люр узнали несколько лет назад. Ее сестра, известная в стране актриса, как-то поздравила Люр в соцсетях с днем рождения и ненароком упомянула ее истинный возраст. Но как? Изумились пользователи Инстаграма. И они срочно потребовали от красавицы поделиться рецептами вечной молодости и свежести. Люр рассказала, как ей удается оставаться молодой и выглядеть намного младше своего истинного возраста. А пользователи сети стали активно на нее подписываться. На данный момент на страницу Люр подписалось более 800 тысяч человек. А сама Люр является далеко не последним человеком в Таиланде. По словам Люр, и чтобы оставаться молодым, нужно есть много свежих овощей и пить много воды. Следует избегать сладких газировок, увлажнять кожу, применяя специальные сыворотки и кремы, принимать витамин С и коллаген, а также делать массаж лица. И все же самое главное, по мнению Люр, это вода. Если коже хватает воды, то можно не беспокоиться о старении и морщинах, говорит вечно молодая уроженка Тайваня. Белинда Нортон. Ну и напоследок давайте переместимся из Азии в Австралию, а именно в Квинсленд, где живет Белинда Нортон, которая в свои 43 года выглядит просто потрясающе, несмотря на то, что ее жизнь забита всякими заботами. Белинда растит двоих детей, работает в школе, ведет блог и пишет книги. На ее внешнем виде это никак не сказывается. Столь насыщенная жизнь, напротив, молодит женщину, которая выглядит явно младше своего возраста. В чем же секрет ее моложавости, отличной фигуры и приятного внешнего вида? Секрет вечной молодости, по мнению австралийки, это сочетание здорового образа жизни и психологического благополучия. В первую очередь, как она утверждает, необходимо заниматься спортом. Спринтом Белинда предпочитает прогулки, спортивную ходьбу и работу с небольшими весами. Возьмите себе это на заметку. Помимо этого, немаловажную роль играет массаж. Массаж – необходимость, а не роскошь. Незажатые и гибкие мышцы не болят и меньше травмируются. К тому же человек становится более подвижным, и из него выходят токсины, из-за чего тело
выглядит моложе, а кожа принимает более здоровый цвет, говорит Белинда. Наконец, важную роль играет и питание. По словам австралийки, питаться нужно 5-6 раз в день небольшими порциями. К тому же, есть надо строго в определенные часы. Предпочтение стоит отдавать овсянке, арахисовому маслу, мюсли, йогуртам, салатам, рыбе и фруктам. Но и не стоит забывать много спать и пить как можно больше чистой воды. Все это в совокупности позволяет Белинде оставаться молодой и выглядеть на порядок лучше большинства своих ровесников. Ну а в комменты напишите, как вы думаете, какой у вас психологический возраст, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал.